Всем привет, друзья! Сегодня к нам пришла трагическая новость, к большому сожалению. Мы спешим на данный момент с вами поделиться этой информацией. Многие подписчики и фанаты российской певицы Ольги Орловой не могут успокоиться, просят нас, чтобы мы рассказали всю правду о той трагедии, которая случилась сегодня рано утром с Ольгой Орловой. Мы вам расскажем то, о чем сами узнали. Оказывается, Ольга Орлова утром была приглашена на одно из самых популярных шоу на телеканале. С ней хотели поговорить и взять у нее небольшое интервью. В момент съемки Ольге Орловой стало плохо, она потеряла сознание и упала со стула в прямом эфире. Съемки были приостановлены, вызвали медиков, которые дежурят на съемках. Медики оказали ей медицинскую помощь, привели Ольгу Орлову в чувство и предложили ей вызвать скорую помощь. На данный момент Ольга Орлова находится в одной из больниц города, где ей медицинскую помощь оказывают наши медики. Мы уже поговорили с врачом, который осматривал Ольгу Орлову. Врач нам сказал, что у Ольги очень высокое давление. Из-за этого она потеряла сознание. Все остальное покажет после сдачи анализов и после полного обследования, на которое согласилась Ольга Орлова. С самой Ольгой пока поговорить не удалось. Давайте, друзья, поддержим Ольгу Орлову. Давайте нажмем колокольчик на нашем YouTube-канале, давайте подпишемся на наш канал, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который мы приготовили для вас. Мы с вами не прощаемся, лишь говорим вам до скорой встречи, дорогие наши друзья.